Всем здорово, с Мегидрович94. Сегодня у нас реакция на новую анимацию канала Animation Deck. Леонид Якумович в игре Mortal Kombat, часть третья. Да, наконец-то, неожиданно, часть третья вышла. Финальная, я так понял. Погнали смотреть. Пелочья дус. Добрый вечер, пятница! По традиции, зрители, бои, кровь. Первая тройка, бои, кровь, да. В студию! Что же ты кричишь? Только откуда все берет все эти фразы, Никубовича? Если сколько надо эфиров пересмотреть. Ни к чему. Может быть, делаем таким образом? Я вам дам, скажем, утюг. Тихо. Ты там не замерз? Замерз. Сейчас исправим. Тихо, тихо, тихо. Слушайте, друг мой голубой, идите сюда. Что это? Зачем? Мне ноги мерзнут. Осуждаю. Чтобы поднять температуру, от поля чудес вставляем кипятильник вам на добрую память. Ау. Елена. Что вы нам припустите? Елена? Это мне? Мелина, Елена. Открываем. Вам посыпалось. Что-то как-то по частям получается. Соня, Соня на куски порезала. Да, пазлы. Вы из Санкт-Петербурга? Ух ты! О, опять несъедобные. Где ваша, кстати, вторая половина? Покажите. А там еще и скорпионы. И рептилия, судя по зеленого цвета. Вторая половина. Иди сюда, шляпа. Иди сюда. Шляп сними. Ой. Просто в легкую. Стиральная машина. Тихо всем. Сейчас начнет крутить барабан. Даже это обыграл, вращай барабан. Вот ужас-то. Ну, а кто еще? Иди сюда, и ты иди сюда. Мальчишка! Теперь будете крутить. Ну, и так закрутится. Слышь, где-то все еще бегает. Говорите? Почему вы не говорите мне, перестаньте, перестаньте, у меня сектор приз? Сектор приз. Ну что же. Нет! Нет! Нет, цветы тут не подойдут. Это ж МК. Я злой. Финишка. Осуждаю. Минута на то, чтобы искромсать ее на маленькие кусочки, но так, чтобы они отделялись друг от друга на этот поднос, и потом выпустим это по рядам, чтобы накормить 300 человек, которые сидят здесь в студии. Я правильно говорю? Пам-пам-парам-пам-парам-папам. В каком эфире это он напевал? Описать. Как это описать одним словом вот всю вот эту неуютность? Стоп! Опа, подсказка. Встаньте, кто сказал? То есть в эфире кто-то мне подсказал, он тоже это использовал. Прозвучала подсказка. Простите, пауза. Руки не будут болеть и опухать, если во время грозы... Это все, когда задний планик разносит. Это, а не это. Хотя вряд ли. Как бы мы тут, понимаешь, бьемся, а они как-то все это... Как-то вот это вот все. Сейчас самое время, жизнь такая. Автомат в студию! Автомат? Что? Берите автомат! А в каком эфире был автомат? Сектор шанс! Хотите воспользоваться? Нет, ты можешь идти. А ты что за персонаж? Отпуск, пожалуйста. Сейчас прям! Зачем пришел? На тебе косточку, да. Иди в свой музей. Ну что, я просто... Просто всех слил, просто машина смерти. Я уйду сюда, встану вот здесь за колонной. Вот я где! А зритель-то зачем? Еще утку какую-то сбил. Сколько потеряли народу? Ого! Кентаро! Здорово! Меня нельзя класть! Я потом трудно встаю. Я зато я долго лежу. Сектор... Что получилось, а? Не получился тот сектор. Подарок в студию, что тебе? Тихо, торопись. Оказался от подарка. Отказываетесь от приза! Сейчас мы это... Надо посмотреть наверх. Дай вам бог.
Господи, ты есть! Супер игра и супер приз. Пожу грохнул вроде рейда, да? Откуда еще чья-то рука? Я вам обещаю, что в любом случае, поскольку это третий раз, я вам обещаю, что желание пацанов будет выполнено. Что, все-таки расправиться с Шауканом? Итак, в качестве суперприза автомобиль Volvo. Вот задание на суд. Пуё! Кто сказал-то? Я хочу видеть этого человека. Это кто сказал? Кто? Всю интригу разрушит. Сейчас будет, чего он сказал. Ну, убери ты этот пушатый молоток, его убить можно. Возьмите ключ, откройте дверцу, автомобиль ваш. Это будет легко. Ну? Так. Да, нифига. Амон. Зато был шанс. Просто кубовичий. Не я кубовичий. На ваших экранах фамилия победителя. Дай вам бог солнца. На улице, дома и в душе. Это да. Господи, боже мой, жаж. Ну, доедет. Но снято качественно. Ну, в смысле, смонтировано. Взгляните на табло. Тут 11 подписаться. Букв. Что надо сделать? Это настолько просто, что думать тут не о чем. Но... Конечно, немножко скучнее, чем решаете. Какой первая, шанс, вторая часть. Счастливый. Но с другой стороны, даже, потому что... А вдруг оно и тогда... Но где он вот этот нашел выпуск, то, что кто-то там подсказал, что он его выгнал из зала, и что в итоге там было, я вот это что-то не припомню. Но лично мне понравилось. Если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, шмякочки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал Animation Deck, и до следующего видео.